Приветствуем вас, дорогие наши YouTube-зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте комментарий. О несчастном случае сообщила сестра убитой девочки. Сестра Насти Муравьевой, тело которой было найдено 19 августа на лесобазе в Тюмени, сообщила о смерти родственника. Татьяна рассказала, что смерть их 40-летнего дяди наступила из-за несчастного случая возле мемориала убитому ребенку, который организовали тюменцы. После падения он получил травмы и умер в больнице. Это произошло вчера, в 4 утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть, их уже изъяли. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, пояснила девушка изданию 72.ru. Напомним, 9-летняя Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насилия и удушения обнаружили в кустах возле автозаправки на лесобазе 19 августа. Волонтерами в этот же день был организован мемориал возле дома ребенка, которому горожане стали приносить мягкие игрушки, цветы и свечи.